Нирвана. Зажимаем первый аккорд, он называется F5. Шестая струна на первом, пятая на третьем и четвертая тоже на третьем. Здесь сделаем следующий удар. Сверху, снизу, сверху. Сверху, снизу, сверху. Дальше делаем удары по мертвым струнам. Давление со струн убираем в левой руке и бьем здесь медиатором следующий удар. Чтобы эти удары у вас получались проще, нужно первое расслабить кисть и как бы кидать ее на струны, а второе поиграть такое вот упражнение. Почувствуйте легкость в правой руке, потом постепенно прибавляйте темп. Итак, еще раз первый аккорд. Теперь второй аккорд. Опускаемся на струну вниз пальцами. Первый зажимает пятую, третий зажимает четвертую на третьем ладу, а мизинец зажимает на третьем ладу третью струну. Здесь делаем следующие удары. Сверху, сверху, снизу. Сверху, сверху, снизу. Не забывайте глушить указательным пальцем, мизинцем все ненужные струны. Сейчас указательным пальцем я кончиком касаюсь шестой струны, чтобы она не звучала. Также им касаюсь еще и первый, второй и третий. И мизинцем тоже глушу эти струны. Дальше делаем еще здесь удар по мертвым нотам. Давление со струн убираем. И потом играем по трем открытым струнам. Звук получается странный, но на самом деле, когда я буду играть с примочкой, и все вместе будет звучать совершенно нормально. Итак, еще раз удар по мертвым струнам. Потом убираем пальцы, три открытых. И переходим на следующий аккорд. Четвертый лад зажимает первый палец на шестой струне. Дальше через лад на шестом третий палец зажимает пятую. И здесь же четвертую мизинцем. Аккорд по сути тот же самый, что и первый, но строится уже от четвертого лада. И здесь ритм дальше повторяется. Дальше также опускаемся на струну вниз. И также дальше играем по мертвым струнам. Опять три открытых. Время перехода. И опять заново все.